Я буду записываться для Европесни, да. Тихо. Тихо, да, скажи всем тихо. Прошу тебя. Ой, как же я волнуюсь, это моя первая запись на видеопленку. Подними, пожалуйста, подними, упал экран, экран компьютера, подними. Спасибо тебе, дочь, спасибо. Не трогай эту палочку. И вон ту палочку, и эту палочку тоже. Хорошо? Потом посмотришь мультики. Извините, я официально заявляю, что я являюсь наследником и... Какие мультики? Да подожди, 5 минут я записываю. 5 минут всего лишь дай мне, пожалуйста, дочь. Я официально заявляю, что... Что ж такое? Я потом прибавлю телевизор. Подожди, пожалуйста, Я являюсь сыном Эдуарда Сурового. Не трогай эту палочку. Эдуарда Сурового. Легенда нашей эпохи. Легенда не нашей эпохи. Я очень сильно... Все в порядке, все в порядке. Это нормально, когда отец снимает видео. Конечно. Это уже 107-й дубль, и я очень устал. Я официально заявляю, что я 2020 дубль. Уже стемнело. Эту песню написал буквально 3 минуты назад. 1.9.74. Забыл. Прошу, не отвлекай меня, дочь. Сейчас я подгляну слова. 1.9. Не нажимай на кнопки. Сейчас я подгляну слова. Папа, не надо ломать. Я не ломаю. Папа, не надо ломать. Шанс выпал на Эдика. Вроде бы. Случайно задел штатив. Это не профессионально. Заново. Европесня Брайтон, Новый год. Скотина, блядь. Или завтра записать, слова подучу. Заново. Еще разочек. Будем расстраиваться. Спокойствие. Спокойствие. Женечка, только спокойствие. Кстати, я не представился. Женечка Суровый. Угу. Что-то не то. Что-то не то, суки. Опять забыл слова. Понравилось? Да? Спасибо.